билета по соглашению с городом Москвой. Нам было выделено 20 единиц тракторной техники. По сути дела, каждый район у нас получил по 5 единиц дополнительной техники. Она работает по тротуарам, и мы сегодня наблюдаем эту технику за работой на проезжей части наших улиц нашего города. А вот на сегодняшний день мы уже вторую ночь подряд проверяем организацию и смотрим, как организована уборка снега. На проезжей части, на тротуарной части с этой проблемой справились, но необходим вывоз снега для того, чтобы, ну, готовимся, зима только началась. Смотрим техническое состояние, организацию работ. Вот на сегодняшний день на улице города работает 180 единиц снегоуборочной техники, около 50 КАМАЗов по вывозу снега, 3 снежных свалки организованы. Работают 50 КДМ, которые продолжают очищать дорожное полотно. Сегодня со мной специалисты дорожного комитета, заместители, главы районов. Ну, в общем-то, работа организована, хотя проблемы еще остаются. На сегодняшний день мы имеем 46% укомплектованности техники снегоуборочной и полностью коммунальной техники от нормативной потребности. Поэтому работаем практически круглые сутки. Два экипажа водителей подготовлены, чтобы техника не простаивала. Вот такая ситуация. При всем оснащении города Москвы техникой, конечно, вот такой снегопад, он вызывает дополнительные трудности. И вся работа, которая проводится, конечно, превышает нормативные сроки. Москва уже дважды это испытала, поэтому, учитывая вот такие последствия и вплоть до остановки общественного транспорта, мы сегодня подписали соглашение практически со всеми предприятиями города Саратова для того, чтобы привлекать дополнительную технику на безвозмездной основе. И сегодня вот мы такие мероприятия уже провели. Около 95 единиц техники предприятий города Саратова нам выделило для того, чтобы проводить снежную уборку в городе. Поэтому готовимся к такому снегопаду. И нужно сказать нашим жителям, то, что город Саратов, техника, коммунальные службы готовы к такому снегопаду.